В дальневосточной столице провели спецоперацию «Анаконда». Ее целью является предотвращение и пресечение транспортировки наркотиков, оружия, других предметов или веществ, запрещенных гражданскому обороту. Так, во Владивостоке было осуществлено более 240 проверок автотранспорта. Выявлено 28 нарушений миграционного законодательства. Правонарушители привлекли к установленной российским законодательством ответственности. В результате досмотра транспортных средств и оперативно-поисковых мероприятий в отношении передвигающихся в них лиц, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, наркотических средств и иных предметов, запрещенных гражданскому обороту, не обнаружено. Такие профилактические рейды проводят во всех муниципалитетах Приморского края.